Получить выплаты на детей по указу президента можно до Нового года. Для этого необходимо подать заявление до 27 декабря 2020. Заявку должны оформить семьи, в которых ребенок родился с 1 июля текущего года и позже. Есть дети до 7 лет включительно, не получившие ранее летние коронавирусные выплаты, или же изменился расчетный счет для перечисления средств. Заявление принимается через личный кабинет на портале госуслуг, не выходя из дома.